Этот бот работает по принципу пула, то есть такого большого общего котла. Он собирает инфу из всех открытых источников, сайты знакомств, Авито, соцсети, GetContact и кучи других сервисов и приложений. То есть, в принципе, ты бы мог найти эту инфу и сам. Но согласись, зачем тебе скачивать Баду и листать фотки незнакомых мужчин, чтобы найти челика, который занял у тебя несколько тысяч и потом исчез? Или, например, пересматривать все объявления на Авито или Юле, чтобы найти там свой украденный велик и выйти на продавца. То есть это точно такой же поисковик вроде Яндекса или Гугла, но только удобный и без левых ссылок. То есть, в отличие от Гугла, если ты будешь искать своего одноклассника, то он не выдаст тебе статью на Википедии о русском полководце. Так что этот бот сэкономит тебе кучу времени, которое ты лучше можешь потратить на просмотр видосиков на Ютубе.